Первая говорящая чихуахуа Софи. Привет! С вами первая говорящая чихуахуа Софи. В дополнение к рубрике «Собаки и дети» мы освоим такой хак. Отучаем собаку отличать свои игрушки от детских. Легче всего собаку научить этому, когда детские игрушки новые. Такой тренировкой можно добиться того, чтобы собака с легкостью отличала игрушки, приобретенные для ребенка, от тех, которые предназначены для нее. Лучше не покупайте одинаковые игрушки или слишком похожие. Итак, приступим. Положите на пол какую-нибудь игрушку, предназначенную для ребенка и непривлекательную для собаки. Поверх детской игрушки положите любимую игрушку собаки. Подпустите собаку к игрушкам и спросите, какая твоя? Поощряйте собаку подойти ближе и взять свою игрушку. Если собака выбирает детскую игрушку, спокойно скажите ей «оставь» и выньте игрушку у нее изо рта. Потом укажите на игрушку, предназначенную для собаки, соблазнительно покачайте перед ней и повторяйте «вот это твоя, возьми вот эту, молодец». Дайте собаке взять свою игрушку, похвалите. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока собака не начнет постоянно брать свою и только свою игрушку. Где твоя игрушка? Где твоя игрушка? Вот твоя игрушка, да? Молодец! Софиш, давай. Молодец, это твоя игрушка. Когда собака начнет понимать эту игру, прибавьте больше разных игрушек. Где Софишкина игрушка? Ай, молодец! Ай, Софишкина! Здесь твоя игрушка. Где? Ай, вон, молодец. Где Софишкина вот игрушка? Вот Софишкина игрушка. Где Софишкина игрушка? Нет, Софи, это не твоя игрушка. Где Софишкина? Нет. Старайтесь замечать, от каких детских игрушек собаке труднее всего отказаться. И если она продолжает брать эти игрушки, перейдите к другому способу. Он заключается в пометке игрушек запахом. На каждую детскую игрушку нанесите по мазку листерина. Совсем капельку, чуть-чуть. Если запах различается совсем слегка, значит вы сделали правильно. У собаки обоняние гораздо острее, чем у вас, и она легко сможет отличить этот запах. Затем снова поиграйте с собакой в игру «Какая игрушка твоя?». Помечайте игрушки раз в неделю в течение месяца. Потом просто помечайте каждую новую игрушку, которую вы собираетесь отдать ребенку. Очень скоро собака все поймет. Вот такая полезная и развивающая игра для собак, живущих с детьми. Подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки, вступайте в группы ВКонтакте и мой Инстаграм, и будет вам счастье. Пока-пока. Да, игра под названием «Какая игрушка твоя?». Что такое? Эйвен, тебе это обязательно делать в кадре? София, тебя что-то тут унюхало, ты тут что-то здесь ходил. Эйвен, слушай, я видео снимаю. Чё? Ладно, София, пошел, не спрашивай, куда. Ага, я найду следы великана. Великана? Какого еще великана, Эйвен? Я же сказал, не спрашивай. Великана? Ты под этим что-то имеешь в виду? Пойду найду следы великана. А великаны есть? Софи, нет. Нет, он что, издевается надо мной? Софиш, не обращай внимания, это Эйвен. Идет след? Вот туда. А, мне вообще все равно. У меня тут свои следы. Лилипута. Где Софи игрушка? Так, птичка какая-то дурацкая. Так вот же она. Ну, что, птичка-то дурацкая? Красивая птичка. Эйвен. Да моя это игрушка. Матриархат. Мам, ты что, она в съемках уже была? Нет. Мам, что за глупые вопросы? Вот она. Где Софи? Я ей не играл. Ладно, тогда вот это тоже моя будет. Где Софи? Ну ты что, мам, птичка дурацкая, что ли? Ну ты что, мам, птичка, что ли? Ну так нет. Вот же, ну, что ты этой косточкой трясешь? Знаешь я, что она моя? Тут вообще вот все мое. Я логики не понимаю. Ой, великан идет. Мам, все, кончай комедию ломать. Показалось. Отстань ты. Мам, да блин, ну ты че? Вот, где какая-то твоя игра? Давайте еще раз. Я и не играл. Эйвен.